ты поймешь, что значит играть моими чувствами. Аслы, давай, доченька, завтрак готов. Мама, я не буду завтракать, мне нужно идти в кафе. Ой, нельзя так, Аслы. Ты посмотри на себя, исхудала совсем. Нет, сначала поешь, потом поедешь. Ты кого-то ждала? Нет. Наверное, это Халильбей. Пойди, открой. Хорошо. Дочка, это Халильбей? Аслы? Аслы, что случилось? Аслы? Эмиль-ханум, мне нужно срочно с вами поговорить. Это займет немного времени. Прошу вас. Хорошо. Аслы, ты иди в комнату. Присаживайтесь. Слушаю. Хорошо, вы как? Значит, Нихат пытается добыть про меня информацию. Видимо, я его сильно увлекла. Да, вы правы. Это означает, что мы на правильном с вами пути. Не волнуйтесь, осталось совсем немного. И мы взорвем последнюю бомбу. Я слушаю вас. Эмиль-ханум, для начала я прошу у вас прощения за все произошедшее. И от имени моих родителей, и от своего имени. Я с ними поговорил, они тоже очень расстроены. Они узнали об этом очень неожиданно, поэтому не знали, как реагировать. Но когда они поняли, что мои чувства к Аслы настоящие, они решили меня поддержать. Я не понимаю. Я получил согласие своих родителей. Если и вы согласны, я хотел бы сделать предложение Аслы. Послушайте, все, что было, осталось в прошлом. Мама тоже очень расстроена, но она надеется, что в ближайшем будущем вы сможете наладить отношения. Буракби, вы ведь не заставили их принять ваши отношения? Если это так, моя дочь очень сильно расстроится. А я не хочу, чтобы она расстраивалась. Нет. Моя семья поверила в нашу любовь и начала уважать наш выбор. Прошу и вас сделать то же самое. Конечно, мы должны были сразу вам об этом сказать, но мы опасались вашей реакции, поэтому вынуждены были скрывать это. К сожалению, это лишь ухудшило ситуацию. Ложь породила ложь. Но теперь лжи никакой нет. Уф, о чем они там говорят? Я не знаю, что сказать. Я прошу вас, дайте нам шанс. Хорошо. Но, как и сказала, я не хочу, чтобы моя дочь расстраивалась. Я вам обещаю. Аслы. Буракбей хочет кое-что сказать. Я поговорил со своей семьей и получил их согласие. Теперь твоя мама тоже нас поддерживает. Эмиль-ханум, если вы позволите, я хочу отвезти Аслы в университет. Могу я ее отвезти? Можно. Собирайся, поехали. Хорошо. Ты все еще злишься, да?
Моя мама мне такое сказала, что я постеснялась своей любви к тебе. Я пообещала маме, что больше не увижусь с тобой. Может, не будем об этом? Хорошо. У меня для тебя хорошие новости. У нас уже есть свой дом. Я очень рад. Это недалеко от кафе. Очень милый дом. Немного маленький, но ладно. В конце концов, это наш дом. Как вы его сняли? Эрдем дал аванс. И в кафе дела идут хорошо. Я также нашла себе работу. Было так тяжело дышать без тебя. Может, мы что-нибудь перекусим перед тем, как идти на занятия? Я совсем ничего не ела от грусти. Хорошо. Из-за грусти совсем аппетита не было. Я так проголодалась. Бурак, что-то произошло? Ты ничего от меня не скрываешь? Нет. Из-за меня твои отношения с семьей испортились. Нет, ничего такого нет. У нас с ними довольно хорошие отношения. Если так, то я рада. Да, кузен, говори. Кузен, ты где? В университетском кафе. Я как раз туда собирался. До встречи. Хорошо, кузен. Хорошо, я здесь, ослы. Хорошо, увидимся. Вулкан, придет сюда. Не проблема. Не будем сообщать Вулкану, что я убедил свою семью, хорошо? Пока что я не хочу, чтобы кто-то знал об этом. Как хочешь. Как дела, ослы? Хорошо, Вулкан, как у тебя? Хорошо. Ты в порядке, кузен? Лучше и быть не может. Раз уж так... Кстати, я рад, что вы помирились, ослы. Особенно потому, что больше не будем видеть угрюмого лица Бурака. Кузен! Да ладно, я молчу. А что с домом? Может, мы можем чем-то помочь? Мы арендовали, на днях переедем. Правда? Я очень рад. Очень повезло, что вы так быстро нашли дом в наше время. Да. Я нашла ангела добра. Мы опаздываем на урок. Давайте пойдем уже. Кузен, я думал, у тебя нет первой пары. Да, есть, есть. Ты, наверное, перепутал. Правда? Ну, наверное... Ослы, расскажешь мне как-нибудь про своего ангела добра? Можно? Увидимся. Увидимся. Ну уж нет, ну уж нет. Кажется, кто-то проиграл спор. Не могу поверить, как такое может быть? Я даже не предполагал, что выиграю так быстро. Значит, их любовь сильнее, чем я думал. Заткнись, гони. Ты многого не знаешь. Чего же я не знаю, Чагла? Так расскажи, я узнаю. Что вы двое задумали? Мы невинны, словно дети. Надеюсь, это так. Расскажи уже, что происходит.
Удачи на учебе, дорогая. Что с тобой, Бурак? Ничего. В смысле ничего? Как будто ты стоишь рядом со мной насильно. Я не сдвинусь с места, пока не получу объяснений. Ты несешь чепуху. Нет, я не несу чепуху. Ты, наверное, забыл, как хорошо я тебя знаю. Ладно, ты права. Я очень зол на тебя, Аслы, потому что... Потому что? Потому что ушла, оставив меня, Аслы. Понятно? Хотя обещала, что будешь рядом со мной. Да, я знаю. Но мама... Да, я знаю, знаю. Понимаю. Но не могу просто так смириться. А что, если завтра возникнет новое препятствие? Ты опять меня оставишь? Не могу избавиться я от этих сомнений. Нет, больше такого не будет. Моим главным препятствием была мама. Я больше никогда не оставлю тебя. Я обещаю. Я очень соскучилась по тебе. Я тоже очень соскучился. Ладно, иди уже. Не опаздывай. Хорошо, дорогой. Я буду ждать здесь. Увидимся. Увидимся. Я пришла. Привет, любимая. У тебя больше нет пар? Нет, все. Отлично. Тогда куда тебя отвезти? Домой или в кафе? А, я думала, мы проведем время вместе, но... У тебя есть дела? Ты мое дело, не волнуйся. Конечно, проведем вместе, но ближе к вечеру. Поэтому отпросись, пожалуйста, у мамы на вечер. Или, если есть дела, в кондитерской уладь их. Что будем делать вечером? Сюрприз. Сюрприз? Ну скажи же. Ты до сих пор не поняла, что значит слово «сюрприз»? Ладно. Считай, что не спрашивала. Ладно, идем. Хорошо. Как прошел твой день? Ты ведь сможешь отпроситься к вечеру у мамы, да? Не думаю, что мама будет против. Но скажи, что задержишься, хорошо? Бурак Мазароглу, что вы замышляете? Любимая, я же сказал, сюрприз. Очень большой и классный сюрприз. Ладно, хорошо. Поскольку все твои сюрпризы ранее меня радовали, я уверена, что это тоже мне понравится. В этом не сомневайся. Ты будешь в восторге. Хорошо, увидимся вечером. Увидимся. Я позвоню перед тем, как приехать. Хорошо, дорогой. Будет сюрприз, который ты заслужил, Аслы. Можешь в этом не сомневаться.
что мы здесь делаем? Дорогая, расслабься. Как мне расслабиться? Ты же помнишь, как меня выгнали из этого дома? Это все осталось в прошлом. Давай войдем вовнутрь. Нет, я не готова встретиться с твоей семьей. Их нет дома. Они ночью не вернутся. Поэтому, пожалуйста, расслабься. И попробуй забыть все плохое, все воспоминания, связанные с этим домом, потому что это место очень особенное для нас. Да, очень особенное. Ты впервые поцеловал меня здесь, если не считать тот раз на яхте. Это был мой первый поцелуй. В этом доме ты признался мне, приготовил мне еду. Да. Прекрасные воспоминания. Ладно, я готова. Я доверяю тебе. И ведь ты не позволишь ничему меня огорчить. Пришло время столкнуться с правдой там, где началась наша любовь. Здесь она началась, и здесь же закончится. А почему ты привел меня сюда? Потому что это наше самое особенное место. Что-то случилось? Что-то случилось. Прошу, Бурак, будь честен со мной. Честность? Это ты мне говоришь? Не поняла? Прекрати играть в невинную ослы. Что это значит, Бурак? Это значит, что твоя ложь подошла к концу. Какая ложь? Ложь, которую ты мне говорила. Бурак, я никогда не лгала тебе. Ты знаешь, я действительно очень сильно полюбил тебя. Доверился, поверил. Как ты могла так со мной поступить? Как ты могла? Как? Я пожертвовал всем ради тебя, даже пошел против своей семьи. А ты? Очень жаль. Бурак, о чем ты говоришь? Объясни. Как ты посмела выставить меня дураком, сговорившись с этой женщиной, ослы? С какой женщиной? Ты все еще лжешь, смотря мне прямо в глаза. Бурак, с какой женщиной? Говори открыто. С матерью Волкана, Башак. Сейчас ты поняла? Как вы посмели выставить меня дураком, объединившись с этой змеей? Не знаю, откуда у тебя такие обвинения. Кто-то солгал, чтобы нас разлучить. Чтобы мы отдалились друг от друга. А ты в это поверил. Жаль моей любви и всей боли, через которую я прошла. Еще и привез меня сюда. И для этого даже солгал моей маме. По сравнению с твоей ложью, моя ничто. Вот и все. Игра окончена.
Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var.